Хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хотеть не буду. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда, но пока еще это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое жизни в Америке? А самое хорошее